Они обязаны стоять в каждом доме, но с 1 января 2015 года. Так гласит федеральный закон об энергосбережении и энергоэффективности. К этому сроку во всех российских квартирах должны быть установлены счетчики на газ. Однако уже в этом году, 5 октября, на совещании, посвященном газовой инфраструктуре, Рустам Миниханов распорядился включить установку этих приборов учета в программу капитального ремонта. Но челнинцам радоваться пока рано. В ближайшие годы за установку газовых счетчиков придется платить, как и раньше, из своего кармана. В программе капремонта такая статья расходов не предусмотрена. Пока у города другие приоритетные направления. Сегодня основное направление по капитальному ремонту и достаточно серьезные средства мы вынуждены вкладывать в лифтовое хозяйство. И все же работники фирм по установке газовых счетчиков отмечают, что заявок от челнинцев стало больше. Тем более, что монтаж приборов учета занимает немного времени. На все про все хватает минут 40, не более. То есть, и бывают какие-то сложности, мебель, конструктивная что-то сложность. Ну, это как бы по времени увеличивается. Ну, где-то может на час может затянуться. А так, то есть процесс установки несложный. После установки счетчика специалист обязательно обмыливает все соединения, тщательно промазывая стыки. При небольшой утечке все равно пузыречек надувается. При этом, если даже есть такое явление, даже небольшая утечка, заново все переделаю. То есть перепаковываю, перематываю. И только после, открыв кран, специалист зажигает конфорку, проверяя исправность счетчика. Цифры меняются, значит, все в порядке. Проверив работу мастера, хозяйка квартиры осталась довольна. У меня родные поставили счетчик, и они очень довольны. Они говорят, очень экономно. И мы тоже решили, хотим тоже экономить. Выполнив монтажные работы, мастер не уходит, а проводит инструктаж. Если куда-либо уезжаете на 1-2 дня, газовый кран перекрывайте. Хорошо, это обязательно. Хорошо. Показания нужно передавать до точки, целые числа. То есть после запятой три знака передавать не надо. В запасе у челнинцев есть еще 3 года, чтобы установить счетчики. Но, как отмечают специалисты, лучше сделать это как можно раньше, ведь уже через 2-3 года его установка окупит себя. Егор Орлов, Елена Портнова, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.